Всем привет, зрители, подписчики канала Рик Антона Фет, малыш футболист. Мы с вами на тренировочной арене, и сегодня мы будем изучать финт, резкий разворот в противоположном направлении. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте жать колокольчик. Ну а если уже сегодня вы хотите своего любимого футболиста себе в команду, или может быть сразу хотите закупиться с Рональдиньо, то следующие 30 секунд видео для вас. Ну а если вы хотите купить себе любимого футболиста, может быть кумира или просто любимчика, то сайт Автофуд для вас. Купить монеты ФК-24 с автодоставкой и системой антибан. Также получить по бонусной программе кэшбэк, и можно будет купить дополнительно любую игру, подписку на Xbox, PlayStation, Steam, ребят. Ссылочка будет в описании, а также в закрепленном комментарии. Поехали! Погнали! Итак, друзья, давайте разбираться. Если мы хотим сменить резко направление, то есть мы бежим, допустим, прямо, а хотим резко развернуться назад и сохранить при этом мяч, то делаем следующее действие. Нам нужно зажать верхнюю левую кнопочку на геймпаде PS5, это L1, ребят. L1, левая верхняя кнопочка. Держим ее и два раза щелкаем правым стиком в противоположное направление. То есть держим L1, да? И если мы бежим, допустим, вправо, то щелкаем два раза влево. Если бежим влево, то щелкаем два раза вправо. И, соответственно, так в любом, если бежим вверх, то щелкаем вниз. Если вниз, то щелкаем два раза вверх. Сразу скажу, ребят, конечно, при любом исполнении любого финта, трюка, какого-то движения может что-то не получаться. Может быть, стик чуть съезжает у вас, еще что-то. И сразу скажу, что этот, так сказать, финт, да, этот элемент движения, обманки, он хорошо работает на фланге. То есть вы бежите, в какой-то момент резко меняете направление. Причем я еще, ребят, пробовал. Попробуйте, это тоже очень прикольная штука. Когда вы раз поменяли направление, и тут же еще держите L1, и уже меняете направление в другую сторону. Это довольно сложно, не всегда получается, но тем не менее, это в целом неплохо работает. Ну что, ребят, лайк, подписка, колокольчик, любите футбол, играйте в ФК-24, до встречи на канале, всем пока, хорошего дня или вечера, где бы вы ни находились.